Вы ожидаете, что с поднятием тарифов количество людей-переселенцев, которые вернутся на неподконтрольные территории, значительно увеличится? Да, конечно, оно увеличится. Оно увеличивается волнами, массами, поскольку к решению проблем переселенцев абсолютно на сегодня отсутствует какое-либо внимание. Мы это видим по адресной помощи. Мы это наблюдаем по ситуации, которая сложилась вот с работой. То есть, по большому счету, кроме получения адресной помощи, размер ограниченный, который на семью составляет 2400, по большому счету больше никаких норм и гарантий нет. Абсолютно отсутствуют какие-либо гарантии дополнительные для работодателей, когда они берут на работу переселенцев. Срок для того, чтобы переселенец нашел работу, составляет 4 месяца. Если ты не нашел работу, ты уже не можешь обратиться за адресной помощью. Адресная помощь платится только работающим людям. Лицам, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, такая помощь не платится.